Друзья, всем большой привет из Симферопольского зоопарка. В этом ролике полюбуемся на вот этого красавца. Благородный олень Степан. Вот какие рога у него огромные. Сейчас уже время, когда рога благородные олени сбрасывают. Но посмотрите, какие они у него шикарные. Наличие таких рог говорит о том, что у него хорошо со здоровьем, хорошо с питанием, хорошо с уходом, потому что это показатель здоровья оленя. Собственно говоря, рога ему нужны только для одной цели, для того, чтобы похвалиться ими перед самочками и к тому же еще потом подраться за этих самочек со своими конкурентами. А потом, собственно говоря, эти рога им только мешают, потому что, согласитесь, бежать где-нибудь по лесу с такими рогами можно и зацепиться за ветку или за какие-нибудь кусты. Поэтому красота эта не очень на самом деле удобная, но вот неудивительно, что природа так запланировала, что весной оленя самцы сбрасывают эти свои шикарные украшения, и у них начинают расти новые рожки. Сначала такие мягенькие, пушистые, а потом постепенно-постепенно превращаются вот в такие огромные рога, красивые. Но опять же повторюсь, не у всех, только у тех, у которых хорошее здоровье, питание, и тогда вот как Степан, они могут похвалиться такими роскошными украшениями. Птички поют в зоопарке, детвора что-то там восторгается, аж звенят детские голоса. Очень приятная атмосфера в Симферопольском зоопарке. Приходишь и получаешь здесь огромное удовольствие. Всем мира и добра. Пока-пока.